Так. Ну что, Пилипчук, не подведешь? Да что вы, товарищ капитан третьего рана! Когда это Пилипчук его подводил? Обед будет, пальчики оближите. Ты, главное, Пилипчук, пойми всю ответственность момента. Это первые совместные учения российских и индийских военно-морских сил, понимаешь? Поэтому нам надо достойно принять и накормить индийских гостей. Да не волнуйтесь вы, товарищ капитан третьего рана. У Пилипчука и не такие были сыты по горло. Это же мое фирменное блюдо. О, борщ с мясом говядины. Во. О, зарезал. Что? Без ножа зарезал. Что зарезал? Кого зарезал? Вас зарезал? Да при чем тут вы, товарищ капитан третьего рана? Это ж борщ с мясом говядины. Это международный скандал. Да что такое? Это же индусы. Да что ж индусы? Это индусы. Да что ж индусы? Какая говядина? Они вообще говядину не едят. Ты понимаешь, для них корова это священное животное. Ну что мне теперь делать, а? Да хорошо. Все, что, не годится борщ из говядины? Категорически. Все, спокойно. Спокойно. О. Смотрите. Все. Теперь это борщ без говядины. Все. О, можете убедиться. О. Можно сказать, вегетарианский. Ага. Это бесполезно.